И новая форма международного маркетинга – девушка в подарок. Популярная радиостанция в Новой Зеландии объявила конкурс, победитель которого получит возможность посетить Украину, выбрать себе любую невесту в брачном агентстве. В призовой фонд входят 2000 долларов, 12 дней пребывания в гостинице и встреча, как заявлено на сайте, со счастливой избранницей. Пятеро финалистов подвергнутся психологическим проверкам, которые определят, готовы ли они к серьезным отношениям. Среди возможных мест встреч победителя с невестами называются Донецк и Запорожье. Новозеландские СМИ уже назвали конкурсное предложение современным рабством.